В 1998 году, Василий, 20 лет назад, такой есть деятель, да, международной политики Бжезинский, да, Збигнев Бжезинский, да, в своей книге «Внешняя шахматная доска. Главенство Америки», вот так она называлась, «Главенство Америки», 20 лет назад написал следующее. «После победы над коммунизмом нам нужен раскол православия и распад России». И поможет нам в этом Украина, где предательство является нормой общественной морали. 20 лет назад.